Давай, как зовут? Семён. Давай, покажи, как оно делается. Надеюсь, не последний, блядь. Сука. Да не сы, ещё ни у кого последнего не было. Блядь, как нахуй, сука, собраться? Вроде даже ноги не трясутся, блядь. А нахуй? Можно орать всякую хуйню? Конечно, все хуйню орут. Что-то мать мне такого подъем дался. Это как раз. Слушай, ну ты ведь всех уже собрал, как бы. Уже все. Блядь, ну простите, ребят, ну блядь, первый раз нахуй, блядь. Девушка смотрит уже стыдно. Здорово. Скажи им, как прыгать. Ты хоть пожрал? Ну я, блядь, ел пиццу. Два куска перед тем, как залезть. Выдохнул, все равно это произойдет. И вниз, в удовольствие, я тебе говорю, прям на год хватит. Тем более, если первый раз прыгаешь. Ну, новый горизонт, ощущение, которое ты никогда не испытывал. Я что-то слабо. Выделение воздуха очень классно. Слабо утешает, блядь. Представь, ты прыгаешь с табуретки. Большая табуретка. Это очень. Лёх, выключи.